Итак, ребята, всем доброго времени суток, всех рад приветствовать в канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике будет обзор нового, очень крутого, перспективного проекта Sega Game Club, да, то есть я расскажу, как мы здесь можем играть, зарабатывать, стейкать наши токены, стейкать NFT-шки, то есть реально очень-очень достойно выглядит проект, и самое главное, что максимально просто. В общем, обо всем сейчас по порядочку расскажу и покажу. А перед началом видеоролика, как обычно, хочу приказать подписаться на наш телеграм-канал, NFT-игры, какие-то фармы, монетки, в общем, куда влетаем, на чем зарабатываем, все изначально публикую сюда, ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Итак, ребята, Sega Game Club, что из себя это представляет? То есть, ребята собрали, решили замутить такое. Здесь, короче, давайте по порядку. Первое, здесь будут игры вот такого плана, как мы привыкли, то есть, что-то из разряда того, когда мы приходили со школы, включали в телек Денди, да, и боялись, чтобы не сгорел телевизор, пока мамка не видит, сидели и играли Марио, Танчики, Соник, то есть вообще максимально простые, самое главное, просто приятные и удобные игры. В данные игры вы уже можете зайти поиграть, но пока на данный момент к ним не подключена монетизация, то есть пока на них зарабатывать нельзя, но зайти и вспомнить свои 90-е лихие мы, в принципе, можем зайти попробовать поиграть. Я играл, сейчас на видео делать не буду, хочу максимально лаконично и по факту все рассказать. Значит, это первое. Идем дальше. Значит, что у нас about? Мы создаем полную автономную экосистему Play to Earn, играть в свои любимые игры через браузер с подключенным кошельком, запускать игры с картриджем NFT, картридж, иметь процент вознаграждения. Давайте об этом подробнее. Значит, смотрите. Также мы сможем купить вот такие NFT-шки, их будет три вида, да, и можем поставить их в стейкинг. Здесь можем посмотреть, сколько стоит каждая NFT-шка и сколько она приносит. То есть, смотрите, здесь у нас цена 0.5 BNB, 60% в месяц. Именно в месяц. За стейкинг мы получаем 60% в месяц этой NFT-шки. Соответственно, здесь у нас будет 90 месячных, стоимость 2 BNB. Ну и понятно, что там уже будет где-то это будет подороже. С этим понятно. Помимо этого, у нас будет стейкинг пула, да. А, ребят, еще не пока сразу не сказал, также еще проводится розыгрыш, о нем тоже расскажу чуть попозже. Здесь мы сможем стейкать именно наши токены, да, то есть просто по поводу листинга токена, что как, я еще расскажу. Значит, здесь у нас будет стейк пул стейкинга, то есть сможем стейкать наши токены и стейкать наши NFT, то, что я уже показал это выше. С этим понятно. Значит, что у нас есть? Ставка, понятно, NFT-шки, Play to Earn игры. То есть, ребята, запуск конкретно будет 20 числа. 20 числа произойдет листинг токена. 20 числа мы уже сможем играть в тоже Марио, Соника, Станчики и на этом уже зарабатывать токен ST. То есть, Sega токен у нас такой будет. Рефералка, я вот тут немного не понял, легкий, средний, жесткий, но не суть. Таблицы лидеров. Помимо этого, каждую неделю лучшие игроки будут награждаться призами в виде Sega токенов. Ну, то есть, в виде токенов, просто денег, и новых картриджей NFT. Это понятно. Теперь давайте посмотрим, именно поговорим по главному, по подорожной карте я не буду. Маркетинг, токеномика. Да, по токеномике посмотрим вот этот момент. 5 у нас идет на покупку, 10 на продажу. Это конкретно, что касаемо токенов. Ну, в принципе, эта история не новая. Так делают все, так делают везде. Берут на покупку, на продажу, ну, в принципе, процент приемлемый, 15% итого купи-продай. Но, ребят, я хочу сразу сказать, здесь не будет Fire Launch, здесь не будет лидерских 15 ебаных секунд, да, что придут, в принципе, и изберет всех. Нет, здесь этой истории не будут, здесь все будут, абсолютно все, на максимально одинаковых и равных правах. Я сейчас об этом еще расскажу. В принципе, по самой команде, там, это вот по токеномике я уже особо разгонять не буду. Значит, что я имею в виду, когда говорю, что все будут на максимальных правах? В данной теме у нас проходит пресейл. Старт пресейла у нас 16 числа. На данный момент минимальная цена покупки 0.3 BNB, но я знаю, что она будет меньше. То есть цена покупки будет, как бы сказали, должны сделать минималку 0.1 BNB, максимальная 5 BNB. Вот такая цену за токен мы видим. Так, это я показал, это рассказал. Так, идем дальше. То есть, в принципе, по игре здесь все понятно. Это основные моменты по игре, что на чем мы, как мы, на чем и сможем зарабатывать. То есть, 16 числа, отвлекся, извиняюсь, 16 числа у нас начинается пресейл, 20 числа листинг токена. Почему не будет ботов? Потому что им нет смысла входить, потому что вы уже купили заранее токены именно на пресейле. То есть, если они войдут, они просто, просто мы закроемся об них. Поэтому истории с ботами не будет. В принципе, помимо того, что мы можем взять на пресейле, мы потом, в принципе, можем и просто уже на самом листинге прикупить токены, играть в игру или купить NFT, стейкать токены. В общем,
Для заработка здесь очень много приколов. И самое главное, что вот эта тема, типа Денди, вот это игры вот эти с нашего детства, это максимально просто и приятно. Ну, то есть тема, я думаю, закатит и закатит многим. Так, это первое, что я хотел сказать. И теперь по поводу аирдропа. То есть в данной еще игре проходит аирдроп. То есть, понятно, здесь будет топ-5 по рефам. $250 первое, второе 200, третье 150, четвертое 100 и пятое место $50. Но помимо этого будет 5 рандомных еще победителей, где мы сможем тоже получить по $50. Именно фиксированная оплата с стейблами по $50. Задания, как всегда, максимально простые. Подписка, кошелек, все. Ребят, что хотел сказать. Осталось всего 3 дня. И если посмотреть по чату проекта, то есть людей здесь, в принципе, немного. Вообще немного. Поэтому поучаствовать я всем 100% настоятельно рекомендую. Именно ссылку на данный аирдроп я оставлю в телеграм-канале. Почему? Потому что YouTube не любит, когда появляются какие-то сторонние ссылки, да, то есть он тогда банит, удаляет видео, банит канал. В общем, я не смогу оставить на YouTube, но в телеграм закину, обязательно принимайте участие. Потому что, ну, $50 на дороге не валяется. Да, шансы, может, и небольшие, но 100%, я думаю, стоит попробовать. 100%. Поэтому, ребят, на этом у меня с большего все. Если подведем итог, что можно сказать, тема очень и очень крутая, очень интересна. В игры можно играть, зарабатывать, NFT-шки можно стейкать, токены можно стейкать. Не будет никакого вот этой херни, что там влетаем быстрее на старте, там сидишь с этим панкейком, рука эта потная на клавиши крестится, чтобы там быстрее влететь. Нет, все вот этого не будет, и слава богу, потому что надоело вот эта постоянная бритва, это все не круто. Играть, я, кстати, можете реально зайти, вот здесь вкладка игры, вы можете зайти, да, то есть и поиграть, ну реально, Марио, то есть все как было вот именно на Денди, там, круто, ну блин, реально круто, поэтому я думаю, эта тема, ну прям залетит и закатит, честно, я не знаю, стрельнет она там со старта, будет лютый хайп, там и все полетят, но то, что сюда люди пойдут и по фану играть и так далее, ну то есть я думаю, да, однозначно да, поэтому, ребят, смотрим, по новостям я буду публиковать, по пресейлу, по всем вот этому, да, то есть по релизу, по старту, там все числа, все. Вот эту инфу я буду давать в своем телеграм-канале. Еще раз напоминаю, аирдроп точно так же ссылку оставлю именно в телеграм-канале. Потому что ТГ, вот эту хрень, все, он не любит. У меня уже 2 бана было. Третий я уже не вытяну, ребят. Принимаем участие как минимум в аирдропе, как максимум залетаем, вообще смотрим, наблюдаем за проектом. Это будет круто. На этом у меня все. Если было полезно, подписывайтесь на канал, ставим лайк, пишем комментарий. Всех обнял, приподнял. Всем профита, всем спасибо, всем пока.